Это Оливейя, которая кушает попкорн рядом со знаменитой статуей Колумба, который показывает сторону Америки. Тебе вкусно? Ну и прекрасно. Знаменитая статуя Христофора Колумба, который показывает сторону Америки, ведь именно из Испании этот выдающийся исторический мореплаватель отправился якобы в Индию, но на самом деле доплыл до американского континента и открыл его. Также это очень туристическое место в нашей прекрасной Барселоне.